Всем привет, с вами Дарт, в эфире «Неизвестные факты». В очередном эпизоде вы узнаете о самых удивительных малоизвестных фактах, касающихся видеоигр и все, что с ними связано. Итак, начнем. Факт первый. В игре Aladdin для Sega Genesis содержится немало занятных секретов. Так, например, во втором уровне пустыня вы можете обратить внимание на место, где развешана одежда. Там висит шапочка Микки Мауса. Если аккуратно пристроиться к ней головой, как если бы Aladdin надел эту шапочку, дадут секретную жизнь. Также на уровне темница особо внимательный геймер может заметить, что на стене повешен краб Себастьян из «Русалочки». Интересно, за что его заточили? Факт второй. В игре Toy Story битва с боссом Базом Лайтером основана на сцене «Ночные кошмары Вуди» из мультфильма. Просто впоследствии эта сцена была переделана и в финальной версии мультика была уже совсем в другом виде. Предлагаю посмотреть изначальный концепт этой сцены. Buzz Lightyear to the rescue! Buzz Lightyear to the rescue! Buzz Lightyear to the rescue! Look, Woody! Buzz glows in the dark! Isn't he cool? Do you glow in the dark, Woody? Hey, yeah! Let's see if Woody glows! Hey, Woody! You don't glow! I don't think I like you anymore! Факт третий. Konami настолько любит свою игру Castlevania, что постоянно делает в разных играх отсылки к ней. Так, например, в мануале к игре Zombies Ate My Neighbors можно увидеть, что одного персонажа-вампира зовут Влад Бельмонт. Также еще одна канамевская SNES игра Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters содержит маленькую отсылку к Castlevania. В биографии персонажа по имени Уингнат написано, что его любимая игра – Castlevania 2035, вероятно, какая-то футуристичная версия игры. Факт четвертый. Разработчики из Tecmo не планировали делать свою Ninja Gaiden первую часть на NES такой сложной. Это произошло совершенно случайно при разработке игры. Однако впоследствии они решили не исправлять ее, а оставить как есть. Видимо, захотели бросить вызов хардкорным геймерам. Теперь вы с чистой совестью можете ругать этих ребят, когда в очередной раз будете проходить Ninja Gaiden и продуете последнему боссу. Факт пятый. Дизайн контроллера для GameCube, возможно, был сделан с оглядкой на прототип-версию контроллера для системы Virtual Boy. Они оба имеют схожую форму и цветовой окрас. Ну вот и все на сегодня. Это были 5 фактов об играх и все, что связано с ними. Если вам понравилось и не хотите пропустить следующие выпуски, которые выходят еженедельно, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте большие пальцы вверх. Всем спасибо за поддержку и удачи!